пункт эвакуации. Похоже, не все успели эвакуироваться. Вот и Джонни, ублюдок! И снова я в ловушке. Ищи выход, детектив. Последняя шашка динамита. Как раз, кстати. Укрытие, умник. Могло быть и хуже. Что, не нравится? Не убегай от меня, Джонни. Ты же хотел веселья. Где же ты прячешься, а? Черт, нет патронов. Да постой ты, не убегай!
Я могу тебе все объяснить. Не нужно ничего объяснять, я и так все знаю. Тебе не жить, Томас. То, что ты делаешь, тоже ненормально. Остановись, пока не поздно. Мир рухнул, Томми. Ничего уже не исправить. Тебя разбудила моя игра на гитаре? Ну да, я плохо играю. Разучился уже. Как себя чувствуешь? Как человек, которого чуть не взорвали. Ты в своем уме? Ну извини меня, случайно вышло. Я на этого паука давно охотился, а он, тварь такая, постоянно убегал от меня. Я Стив, кстати. А тебя как зовут? Я Томас. Как же ты смог выжить без хорошей пушки, Томас? Здесь такое водится. Страшно представить. А откуда здесь эти твари? Вижу, ты не местный. Эти твари здесь давно. Как на поверхности стало холодать, так они волнами в подземелье и хлынули. Ладно, языками будем чесать потом, когда доберемся до моего укрытия. Там теплое пиво, блэкджек и прочие вещи. Так как ты у нас человек гражданский, без пушки, будешь держаться за мной. Открываешь дверь, я зачищаю комнату, и мы идем дальше. Открывай.